Модернизация пассажирских перевозок. Какой обновленный городской транспорт выехал на улицы Уварова, увидела Юлия Савушкина. Все автобусы, что называется, фирменные. Если присмотреться, можно заметить здесь бренды и достопримечательности нашего региона. Увидев такой транспорт на улицах города, сразу понимаешь, это новый тамбовский автобус. Дерево добра. Сколько детей стали счастливее в этом году и что в своих письмах они написали Деду Морозу, расскажет Олеся Павлова. Традиция дарить подарки тем, кто нуждается в дополнительной заботе, уже 21 год. Впервые акцию провело отделение детского фонда в 2003 году. В этом году письма Деду Морозу писали более 200 детей. Всероссийский турнир по боксу. Кто стал почетным гостем соревнований и какие перспективы открывает победа юным спортсменам, выяснила Полина Болотова. Турнир продлится с 17 по 20 января. Победители и призеры получат памятные медали и кубки, но это не главное. Здесь спортсмены, если выполнят определенные нормативы, смогут получить первый и второй разряды. Это программа «Область новостей». Здравствуйте, в студии Полина Матовникова. Сегодня и завтра в Тамбовской области ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Речь о сильных осадках в виде мокрого снега и дождя, местами налипания мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, снежные заносы. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами метель. Госавтоинспекция призывает при возможности отказаться от поездок. На федеральных дорогах региона последствия стихии ликвидируют 83 единицы дорожной техники. В минувшие сутки для противогололедной обработки израсходовано более 2800 тонн пескосоляной смеси. Сегодня около 6 часов утра в Рассказовском муниципальном округе в районе поселка Меховая фабрика «Шевроле Нива» в запрещенном месте выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Peugeot Boxer». В результате водитель Нивы и его 55-летняя женщина-пассажир погибли. Еще двое человек получили ранения. А накануне на границе с Липецкой областью в Петровском округе столкнулись снегоход и большегруз. 73-летний водитель снегохода пересекал дорогу и столкнулся с грузовиком. Водитель снегохода скончался на месте от полученных травм. В Уварове вышли в рейс 6 новых автобусов. Их приобрели по одному из федеральных проектов. В числе первых пассажиров обновленного городского транспорта глава региона Максим Егоров, который посетил Уварово с рабочей поездкой. Обо всем по порядку в сюжете Юлии Савушкиной. Ярко-голубые или лазоревые в цвет щита герба Тамбовской области автобусы – новый городской транспорт Уварова. 6 единиц современных машин приобрели по федеральному проекту обновления общественного транспорта. Все автобусы, что называется, фирменные. Если присмотреться, можно заметить здесь бренды и достопримечательности нашего региона. Увидев такой транспорт на улицах города, сразу понимаешь, это новый тамбовский автобус. Еще несколько минут и в путь. А пока есть возможность познакомиться с преимуществами новых автобусов. Пассажирский транспорт презентуют главе региона Максиму Егорову. У нас были автобусы, которые были не приспособлены для маломобильных групп. И вот действительно у нас люди обращались, возможность пользоваться, чтобы у нас, соответственно, люди могли использовать по назначению. Автобусы будут курсировать по 4 маршрутам. Один из них возрождается после долгого перерыва. В числе первых проехаться по городу на новеньком транспорте решает глава региона Максим Егоров. Приятно то, что впервые за 30 лет в город Уварово поступили новые автобусы. Вообще, по той программе, которая была инициирована президентом России Владимир Ильич Путин в феврале прошлого года, специальный проект по обновлению общественного транспорта. Мы в этом году получили федеральные средства 400 миллионов рублей, покупаем 52 автобуса. Да, и вот первые автобусы, которые выходят в маршрут, это города Уварова, и очень приятно, что у нас обновляется автобусный парк по всей области. Пассажиры тоже сразу оценили долгожданное обновление. Маршрут востребован, пассажиров очень много, и мы постоянные пассажиры, ездим с одного конца города на другой, и очень рады, что
появились у нас новые автобусы в городе. Спасибо большое. Перемены наблюдает и в Уваровской больнице. В рамках рабочей поездки Максим Егоров встретился с молодыми специалистами, которые здесь работают. За последние годы в учреждения по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также в рамках целевых договоров устроились по меньшей мере полтора десятка медиков. Онколог Артем Воронин, к примеру, приехал в Уварово из Тюменской области. Оказывает помощь местным пациентам вместе с женой Дарьей. Она работает эндокринологом в Уваровской поликлинике. Семье в городе предоставили квартиру. Училась в Тамбовском государственном университете лечебное дело по целевому направлению от Уваровской ЦРБ. Закончила ординатуру по специальности эндокринология и вернулась в родной город после окончания учебы. В институте познакомилась с будущим мужем и привезла его с собой. Глава региона спросил медиков об их впечатлениях о работе и жизни в Уварове. Озвучили молодые специалисты и просьбы, и пожелания. Были вопросы в части дополнительного образования для дошкольников. Это действительно очень актуальная тема. И мы взяли на себя такое обязательство проработать, возможно, программу дополнительного образования для детей дошкольного возраста. Также попросили ремонт одного из отделений. Мы будем проектировать. Один из участковых врачей, который работает рядом с городом Уварово, спросил вопрос по строительству нового ФАПа. Он действительно у нас проектируется и будет строиться в 2025 году. Максим Егоров также предложил медикам принять участие в проектировании и внести и свои предложения по ремонту и строительству новых объектов здравоохранения. Юлия Савушкина, Александр Чекмарев, Александр Кобзарев, «Область новостей». Глава региона Максим Егоров обсудил с представителями ресурсоснабжающих организаций областного центра готовность к возможным чрезвычайным ситуациям на коммунальных объектах. Сложные погодные условия на территории Центральной России диктуют свои условия. А потому глава региона, ресурсопоставщики и экстренные службы уделяют вопросу теплоснабжения особое внимание. Максим Егоров пояснил, чаще всего аварии происходят из-за высокой степени износа труб. Потому профилактические меры – лучшее средство предупреждения ЧП. Самое главное нам с вами, уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем главам муниципальных образований, муниципальных округов, городских округов. Нам с вами любую ситуацию замалчивать нельзя. Надо с людьми разговаривать. Людям надо рассказывать. И проблемы, которые были в других субъектах Российской Федерации, что вначале все утаивалось, а потом как снежный ком. К счастью, в нашем регионе крупных коммунальных аварий не наблюдается. Глава региона заслушал доклады представителей ресурсоснабжающих организаций, а также надзорных органов по состоянию коммунальных сетей. Максим Егоров также потребовал проводить тщательную профэкспертизу при подключении новых многоэтажек к старым сетям. В Тамбовской области впервые за 5 лет на 3% вырос объем малых и средних предприятий, а количество занятых в них увеличилось на 5%. Эту цифру сегодня озвучили на первом в новом году бизнес-завтраке с заместителем главы региона Натальей Макаревич. Что именно на нем обсуждали в этот раз, расскажет Дмитрий Шапкин. Формат бизнес-завтрака позволяет представителям предпринимательского сообщества Тамбова пообщаться с представителями власти в совершенно неформальной обстановке, обсудить самые разные насущные проблемы, задать интересующие вопросы. Ну а еще сегодня встреча происходит с необычным составом. Эти люди – победители и участники конкурса «Бизнес-перезагрузка». Точнее, бизнес-программа, которая помогла многим опытным и молодым предпринимателям получить комплексные знания в области продаж, психологии, экономики, ведения бизнеса и разработки стратегий. Светлана Монашкина, как и другие участники, прошла его за месяц и открыла для себя немало нового. Женщина уже более 24 лет работает в рекламе и, тем не менее, с удовольствием получила знания, которые помогут в будущем улучшить собственное мастерство. Это была классная перезагрузка на самом деле. Это были и работы с убеждениями внутренними, потому что, конечно, мы от себя идем, да, как мы себя продвигаем, это все изнутри. Проработала свои убеждения, составила колесо баланса. Это тоже интересная такая штука, которая помогает развиваться и себя как бы продвигать.
Целый месяц с каждым участником работали опытные наставники, бизнесмены, которые еженедельно проводили встречи по разной тематике – продажам, маркетингу, прокачке личного бренда. В результате у участников менялось мышление, прежние блоки в сознании исчезали, позволяя реализовать то, что раньше казалось недостижимым. Такая личностная прокачка необходима, ведь в дальнейшем она позволит сформировать саморегулируемое сообщество высококлассных бизнесменов. Задача, наверное, не помогать рублем, не помогать льготами, а задача помочь сформировать такое бизнес-сообщество, которое само себе будет помогать в последующем. То есть будет развиваться, опираясь на плечо правительства и на плечо коллег с другой стороны. Во-первых, все ямы и канавы перескочат, благодаря тому, что кто-то их уже перескакивал, кто-то поломался, а кто-то высоко подскочил и готов подтянуть за собой. Формат бизнес-завтраков, когда в неформальной обстановке с представителями власти общаются начинающие и уже опытные предприниматели, возможность поговорить на равных, поделиться опытом и рассказать о возникших проблемах. А еще это позволяет подробно узнать о всех мерах поддержки и различных программах, которые помогут еще больше прокачать собственный бизнес. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, Область новостей. В Тамбовской области назначили нового руководителя управления Росгвардии. Новым руководителем управления Росгвардии по Тамбовской области стал полковник полиции Игорь Юмашев. Ранее Игорь Юмашев занимал должность заместителя начальника управления, начальника центра лицензионной разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Творить добро не только просто, но и приятно. В Тамбове подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Дерево добра». Ее участники получили подарки на сцене учебного театра ТГУ. Сколько детей стали чуточку счастливее в новом году и что в своих письмах они писали, узнала моя коллега Олеся Павлова. Традиция дарить подарки тем, кто нуждается в дополнительной заботе, уже 21 год. Впервые акцию провело отделение детского фонда в 2003 году. В этом году письма Деду Морозу писали более 200 детей. Акция «Дерево добра» началась с маленькой елочки, на которой было всего 20 писем детей из одного интерната. Теперь, спустя несколько десятков лет, она проводится по всему региону. За эти 20 лет очень заметно, как меняется и пожелание детей. То есть социализация тоже налицо. То есть дети, которые воспитываются в интернатных учреждениях, они тоже хотят быть похожими на семейных детей. В этом году много было заказано косметических наборов. Дальше там вот смарт-часы, которые регулируют там дыхание, пульс и так далее. Ну то есть, да, девочка заказала чайник, потому что так как они располагаются по семейному типу в интернате, я буду встречать гостей, чтобы можно было чай поставить. Добрые волшебники – это не только Дед Мороз и Снегурочка. В этой акции ими становятся неравнодушные люди. Заветные мечты детей на сцене учебного театра исполняют и депутаты, и работники прокуратуры, и предприниматели. Каждым благотворителем движет желание сделать этот мир чуточку добрее. Наш магазин уже не первый год сотрудничает с детским фондом. Дарим подарки детям по их письмам. Вот. В этом году мы делали совместно с родителями. То есть у нас на елке были тоже письма, родители их читали, покупали подарки. Мы к этим подаркам от себя уже добавляли что-то еще детям, чтобы как-то детям было интереснее. Дети развивались, стремились. Были довольны. Много детей из-за погодных условий сегодня не смогли приехать на торжественную встречу. Однако здесь присутствуют руководители из детских домов и школ-интернатов. Татьяна Королева, директор социального приюта для детей «Орешек», отмечает, что все подарки обязательно дойдут до своих адресатов. Когда вот лично, да, подготовил письмо Деду Морозу, направил, вот это тоже большое значение имеет, потому что общий подарок есть общий подарок, а когда он предназначается конкретно мне, совсем другие чувства вызывает у детей. Поэтому мы благодарны детскому фонду, мы благодарны всем добрым людям, которые не прошли мимо этой волшебной елочки, сорвали игрушку, да, сорвали письмо ребенка и вложили в подарок частичку своей души. Детские мечты всегда должны сбываться, поэтому акция «Дерево добра» обязательно продолжится и в этом году. Олеся Павлова, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.
Ароматное, нежное и пенное мыло разных форм, которое можно использовать дома или преподнести в качестве подарка. Создание мыла собственными руками с различными ароматизаторами и красителями набирает все большую популярность среди мастериц. Занялась мыловарением и одна из жительниц Кирсанова – Лариса Пакина. О технологии приготовления необычных мыльных скульптур узнала наша съемочная группа. Знакомство с мыловарением у Ларисы Пакиной произошло в Центре социальной помощи «Жемчужина леса». Там с дочкой она попала на мастер-класс и по приезде домой решила изучить эту тему глубже. Видеоуроки и лекции, потом покупка первых мыльных основ и молдов – силиконовых форм для изготовления объемных деталей. Вынашивала идею, интересовалась, и все-таки где-то под Новый год все-таки я решилась. То есть набрала я тематические формочки, то есть это снежинка, дракончик, варежки. Один из секретов приготовления мыла – использовать сразу три вида основ – прозрачную, твердую и кремообразную. Такой состав можно смешивать с красителями и отдушками, а полученное изделие будет лучше пениться. Формы в наличии на любой вкус и цвет – котята, снежинки, варежки, драконы. У меня еще есть формочка, к сожалению, с собой я ее не взяла, тарталетка. И я делаю еще к ней ягоды. Малина, черника, ежевика. Соответственно, я набрала себе таких же отдушек. Отдушка малина, ежевика, черника и тарталетка. Вы знаете, у нее аромат настоящей тарталетки. Это кондитерский такой аромат. Замешивается все не больше 5 минут и заливается в несколько слоев. А чтобы вдохнуть в мыльную скульптуру жизнь, ее необходимо расписать. Обычно мастер делает это акриловыми красками, которые при использовании не пачкают руки. Мы немножечко его украсим еще хорошими тенями настоящими. Он тоже у нас любит наводить макияж. Для этого возьмем белый цвет серебристый. Украсим ему носик, пяточки. Помимо мыловарения, Лариса Пакина занимается еще и соломоплетением. Она создает различные подвесные мобили, обереги, соломенные цветы и скульптуры. И даже вот такие замечательные предметы одежды. Этому мастерству Ларису обучила педагог и наставник на работе еще 20 лет назад. Она же передала ей свои авторские техники. Мы приезжаем в поле, когда уже соломка желтенькая, зрелая. Я ее срезаю под самый корень. Колос я разделяю на детали. Допустим, для плетения я беру верхнее коленце, для аппликации второе и так далее. Чтобы солома стала эластичнее, ее на полчаса необходимо погрузить в кипяток. А чтобы стала золотого цвета, использовать соду. Свои изделия Лариса дарит друзьям, родным и близким. А сейчас еще и проводит мастер-классы для детей. Например, создание русской куклы-стригушки, которая, если постучать по столу кулачками, начнет танцевать. Полина Матовникова, Николай Иванов, Александр Кобзарев, «Область новостей». Слово «колокольчик» вызывает у людей разные ассоциации. Кто-то представляет себе цветы. Кому-то вспомнится первый или последний звонок в школе. Колокола окружают нас с давних пор и до настоящего времени. Вероятно, поэтому люди увлекаются их коллекционированием. Среди таких увлеченных людей оказалась и Наталья Суркова. Об особенностях некоторых экспонатов ее собрания узнала Елена Хромова. Эта комната – своеобразный мини-музей. Здесь каждая полка хранит воспоминания от встречи и знакомств с интересными людьми и, конечно же, от поездок. Это место силы для Натальи Ивановны. Здесь она черпает свои эмоции, впечатления, вдохновение и, конечно же, здоровье. Ведь, как известно, колокольный звон исцеляет. Колокола появились на Руси с принятием христианства. Их почитали как атрибут богослужения. В народе говорили, что если икона – это молитва в красках, храм – молитва в камне, то колокол – это молитва в звуке, икона звучащая. Людей, которые коллекционируют колокольчики, называют собиратели звонов. Увлечение Натальи Сурковой началось с новогоднего колокольчика, который подарили дети. Это было 20 лет назад. С тех пор она ими заболела. И на сегодняшний день коллекция насчитывает 764 голосистых экземпляра. Многие экспонаты куплены на Покровской ярмарке. Вот этот колокольчик я тоже купила на ярмарке. Он из орла. Это называется
роспись «Орловский спис». То есть кружевница из орла, когда долгими зимними вечерами плели свое кружево, они списывали узор с морозного стекла. Зимний узор с морозного. Так и называется «Орловский спис». Есть во всем этом многообразие и любимцы Натальи. Вот это тоже императорский фарфоровый завод. Но, к сожалению, колокольчики, они как люди. Люди болеют, колокольчики ломаются, могут упасть, разбиться. Ну, вот он язычок потерял. А вот такой это тоже фарфоровый с позолотой, императорский фарфоровый завод. Вот этот колокольчик – господин Великий Новгород. Он 40-х годов. То есть он очень старинный, скажем так. В этой экспозиции есть и самые звонкие колокольчики. Металлические колокольчики, они очень голосистые. А особенно валдайские, которые отличаются от обыкновенных тем, что у них по юбочке написано какое-то пожелание. «Звони, веселей, живи, богатей». Коллекция Натальи Ивановны мобильная. Она вывозит ее в школы и библиотеки. И, как показывает практика, эта музыка небес, так свою коллекцию назвала сама наша героиня, людям интересна не только с эстетической стороны, но и как повод узнать много нового о себе и мире вокруг. Елена Хромова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. В Тамбове открылась выставка «Имена Тамбовщины», скульптор Константин Малафеев. Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника РСФСР и выдающегося скульптора. Экспозицию представил музейно-выставочный центр региона. Тему продолжит Олеся Павлова. В экспозиции представлена лишь малая часть работ выдающегося мастера. Большинство фигур – это портреты наших земляков, над образами которых в разные годы работал скульптор. Всего же в музейно-выставочном центре представлено порядка сотни работ Константина Яковлевича. Скульптура Константина Малафеева уникальна. Ведущее место в его творчестве занимает станковый портрет. Все работы автора отличают выразительность силуэта. Под любым углом они узнаваемы. На Тамбовщине Константин Малафеев творил 36 лет. С его именем тесно связано начало тамбовской скульптуры. Его портреты в бронзе и мраморе выражают высокую индивидуальность. В них нет искусственного напряжения, они очень легкие. Это и есть признак большого искусства. Если мы не знали персонажа, который он изображал, да, тем не менее мы понимаем, что он на него похож. Вот это вот очень редкое свойство, да, то есть художник не просто честен, он еще и правдив, это не всегда удается. Казалось бы, куда проще правда, но здесь это, конечно, идеальным образом выражено. Преподаватели детской художественной школы номер 2 ставят Константина Яковлевича в пример своим ученикам. По их словам, посетить выставку и посмотреть как надо полезно не только тем, кто занимается скульптурой, а всем, кто работает в изобразительном искусстве. Советская скульптура, она часто была посвящена каким-то выдающимся личностям. Мы с вами ходим, видим бюсты этих личностей, да, начиная вот с знаменитой Линьяны, когда началась вот эта вот тенденция сделать бюст выдающегося человека. Это нужно было увековечить. У этого есть свои цели, в том числе и воспитательные, да, чтобы люди знали личности буквально в лицо. Малафеев много времени уделял и монументальной скульптуре. Он является автором более 30 героико-тематических монументальных работ. В их числе «Вечный огонь», скульптура «Родина-мать» на Воздвиженском кладбище, памятник медикам на улице Гоголя и многие другие. Олеся Павлова, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. На площадке спортивно-тренировочного центра «Тамбов» прошел юбилейный 25-й всероссийский турнир по боксу. О ходе соревнований и почетных гостях расскажем в нашем следующем сюжете. Более сотни спортсменов из 15 регионов страны. Всероссийский турнир объединил на площадке спортивно-тренировочного центра лучших боксеров в возрасте 15-16 лет. Напутствие перед серьезным стартом ребятам дал глава региона Максим Егоров. Хотел в первую очередь сказать большое спасибо организаторам, спонсорам, что вы в очередной раз на нашей тамбовской земле проводите такой замечательный турнир. Что хотелось бы сказать. Всем удачи на ринге. На таких высокоуровневых состязаниях ребята имеют возможность в первую очередь проявить себя.
Кто знает, может, кого-то здесь заметит именитый боксер, олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Поветкин. Это шанс попасть под шефство к Витязю. Мы здесь много раз были, знаешь, и на соревнованиях, на турнирах, и просто приезжали. Много воспоминаний, только положительного. Главное, что ребята все умеют дружить. Это самое главное. Отличный был уровень, потому что ребята очень сильные, очень хорошие. В красном углу ринга Егор Скариднев из Санкт-Петербурга. На счету парня 107 встреч. Больше, чем из 90 он вышел победителем. Егор – чемпион России в своем возрасте и весе. И этот бой дался парню без особых усилий. Как-то я вижу сразу и продумываю свои действия на контратаку. Очень нужна поддержка, потому что к тем, кто с родного города, приезжают все родные, близкие, а тут только друзья. Это групповой этап турнира. А дальше ребята будут боксировать по олимпийской системе на вылет. Проводить состязания такого уровня области позволяют достижения местных спортсменов. Бокс у нас – это базовый вид спорта, и по нему сейчас очень хорошие есть у нас и достижения, и тренерский состав, и спортсмен. У нас 5 человек входит в состав сборной страны. Состязания будут идти несколько дней. Турнир продлится с 17 по 20 января. Победители и призеры получат памятные медали и кубки, но это не главное. Здесь спортсмены, если выполнят определенные нормативы, смогут получить первый и второй разряды. Полина Болтова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Сегодня Крещенский сочельник. Тысячи православных верующих по всей области готовятся окунуться в купель. Где это можно сделать и о чем следует помнить тем, кто практикует крещенские купания? В Крещенскую ночь на территории региона для купания будут оборудованы 46 купелей в каждом городе и округе области. Жители Тамбова могут посетить купели на набережной в районе пляжа Эльдорадо, в поселке Трегуляй в районе храма в честь второго обретения мощей святителя Петерима, а также в селе Бокино в районе церкви святителя Николая Чудотворца. Региональный Роспотребнадзор провел исследование воды из открытых водоемов в местах организации крещенских купелей. По результатам анализа вода из реки Цна в Периксе не соответствует гигиеническим нормативам и требованиям безопасности. Отмечу, что крещенские купания в проруби, как говорят священнослужители, это скорее народная традиция, а не религиозный обряд. А потому стоит хорошо подумать перед тем, как окунаться в купель. Ведь для неподготовленного организма это сильный стресс. Следует отказаться от купания людям с хроническими заболеваниями, а также детям и пожилым людям. Чтобы подготовить тело к погружению в прорубь, нужно сделать небольшую разминку. А после сразу согреться, обтереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить чаю. Категорически запрещено употреблять спиртные напитки. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и группах соцсетей. Всего доброго и до встречи!